Ребят, всем привет, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня в своем новом видеоролике я решил поиграть от лица сотрудника ДПС на проекте Amazing Roleplay. До этого выходил ролик с фракцией ФСИН, я надеюсь, он вам всем понравился, он вам зашел и, например, вы захотели поиграть. А что делать перед тем, как поиграть? Конечно же, посмотреть мой первый ролик, который выходил на моем игровом канале, о том, как я показал полный процесс, как правильно зайти на сервер, скачать лаунчер и сделать все нужные дела, но при этом не забывайте вводить мой промокод Левонти, который у вас сейчас на экране, он даст вам неплохие плюшки на старте и бонусы, чтобы вы абсолютно не запаривались по поводу того, откуда брать деньги, откуда брать квесты, задания и, соответственно, качать уровень. Сегодня я поиграю от лица сотрудника ДПС, поостанавливаю машины, поговорю с людьми, поотыгрываю полностью РП-процесс. И уже в следующем видеоролике я покажу вам весь процесс тюнинга автомобиля по полной. Вы меня просили в комментариях. Я покажу вам, как я затюню Mercedes до Stage 3 тюнинга, поставлю на него, соответственно, рамки на номера, поставлю на него RGB-подсветку, мы с вами покатаемся, оценим аудиосистему, какие треки можно загружать, какие нет и так далее. Надеюсь, вам понравятся данные два видеоролика, которые выйдут на этой неделе. А с вами я, Отличник Лайф, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и, соответственно, чё, готовьте что-нибудь вкусненькое, мы с вами начинаем. Итак, мы приходим с вами во фракцию ДПС, заходим, значит, в эту дверь. И сейчас будем надевать форму, значит, брать снаряжение, все необходимое для нас. И начинать свой рабочий день на посту. Я старшина ДПС, как вы видите, старшина дорожно-постовой патрульной службы. Итак, для этого нам нужно взять бронежилет, электрошокер на тот случай, если нас на нас нападут, полицейский жезл, чтобы останавливать автомобили, пистолет обязательно возьмем, ну а ксюху тоже возьмем. Я думаю, на этом достаточно будет. Все, теперь нам нужно обязательно помыть руки перед началом рабочего дня и идти на парковку по приказу подполковника. Здравия желаю, товарищ генерал. А кто он вообще? Да, он генерал, все правильно. Блин, знаю, уроки ОБЖ не прошли даром. Все, ребят, изи. Здравия желаю, товарищ подполковник, разрешите встать в строй. Все, начинается full RP процесс. Фу, тренировка, строевая подготовка. Полетели. Так, рассчитайтесь на первый, второй. Первый. Второй. Первый. А что я вообще так меня заблагал? Я не, я сейчас. Второй. Второй получается, да. Первый. А, все, ладно. Это же Арзамас получается. Да? С кайфом? Спасибо. Точно. Пофиг. Полетели. Сейчас я тебя научу, как правильно работать с сотрудником ДПС. Я бы не знал. А ты же это, не ютубер случайно? Я случайно так. Ну, случайно тоже помню. Сейчас случайно научим тебя брать взятки, там все остальное. Ой, так, я случайно кстати, не записываю. Я случайно, кстати, записываю. Забавно получается. Алло, мы ДПСники, мигалку и все, какие красные цвета, нафига они нам нужны? Да я, блин, в игру не играл, два месяца, жуть, я все забыл. Все, давай на пост. Ловим нарушителей сразу. Берем просто и ищем. Вот едет машина, останавливаем ее и просто по-жесткому, прям по максимально жесточу. Видим тонировку, начинаем на месте прям сдирать. Ну не тонировку, а деньги, естественно. Только я думаю, место не хлебное у нас будет вообще абсолютно никак. Так, вон, я по радару вижу, что едет какая-то машина, как вы видите. Вот здесь она отображается. Давай ты делай, короче, я буду всю грязную работу выполнять. Я потому что во фракции вообще по блату, знаешь, появился. Я не играл никогда. Бля! А куда он свернул, налево или прямо поехал? Вон она, вон она, вон она. Здравия желаю, здравия желаю. А ну стоять! Давай, давай, за ними. За ними, за ними. Не остановились по первому требованию сотрудника ДПС. Здравствуйте. О! Вот и поиграли. Какие-то челы на бэхе просто мега жесткие. Я даже не понял.
Это жесть. Это жесть. Это теперь РК-шечка, по-моему, работает. Ох, варнинги, блин. Нет, да не, бывает, ничего страшного, как бы. Распедалили, блин, как я тихо плохо. Так, врачи где? Немедленно врачей. Где врачи? Врачи, немедленно таблетку от головы. Головная боль нас тревожит. И чё, ушла отсюда. Сотрудники ДПС. Депа, что так базаришь-то? Так, рот закрой свой. Сотрудники ДПС. Кто не на посту, все на посту. Таблетку от головы, пожалуйста. Здравствуйте. Беспокоит старшина Левонтий ТС. Предъявите, пожалуйста, ваше водительское удостоверение и документы на автомобиль. Ну, знаете, водительское удостоверение и документы на автомобиль. Взял документы у человека напротив, после чего внимательно ознакомился и вернул к человеку напротив. Угу. Документы на машину увидел. А почему у вас регистрационных знаков до сих пор нет на автомобиле? Почему она на учете не стоит? Да как у вас может быть 50 пробега, если у вас целостность автомобиля 86%? Судя по последним данным технического осмотра. Кого сломали? Ну. Ну это неплохо. Ну в принципе, как бы, если вы готовы поддержать такую структуру, как ДПС, то мы будем, в принципе, очень рады, если у вас есть какие-либо пожертвования в нашу пользу. Ну вот это новые понятия, новые терминология появилась у нас вот. Как бы, понимаете, люди, у каждого есть своя семья, свои дети, каждый развивается по-своему. Вот мы, в принципе, готовы пойти вам навстречу, знаете. Ну, в таком случае я могу пожелать лишь вам только удачной дороги, удачного пути и все. Хорошо, давайте. Да, конечно. Лови, лови, лови. Поймал. Давай, проверяй. Здравия желаю, вас беспокоит старшина Леонтий ТС. Предъявите, пожалуйста, водительское удостоверение. Хорошо, а что везете в контейнере? Ну, как бы, знаете, в любом случае есть понятие дать дань там, да? Собрать оброк, там, барщина. Вот. Как бы, мы были бы рады, если вы бы угостили нас кусочком баранины. Знаете, у меня трое детей, просто они любят баранину. Взял кусок баранины у девушки напротив, после чего сказал: спасибо большое, хорошей дороги, удачного пути. Здравствуйте, беспокоит вас старшина Леонтий Тесла. Почему у вас тонировка не по ГОСТу и этот номерный? Тогда откат. Почему у вас номерных знаков нет на автомобиле? Ну смотрите, ну давайте, короче, 10 и все, и расходимся. Капитана Федеральной службы исполнения до наказаний нету. К сожалению, сейчас 10. Ну, давайте тогда 20. Договорим. Ну. Сейчас приедет, на тебе 20-20 видео раздаст. Ну. Ох! Открыл папку, после чего положил туда денежку, после чего сказал: удачного пути, до свидания. Делим с напарником. Кто? ФСБ. Нет, это этот. Он же сказал псиновец. А тогда фиг. Конечно фиг, изи. Лутанули так лутанули. Я тебе говорю, так вся работа построена, надо именно так работать. Если ты... Стоять! Куда? Кто звук поехал? Ну шо вот это, ну неуважение. Стоямба! К обочине прижимаемся. Здравствуйте. Почему без регистрационных номеров ездите? Давайте так, смотрите. Как бы есть... ну, знаете вообще притчи какие-нибудь, истории там, да? Например, вот... Вот есть, например, вот не имей, да, 100 друзей, а имей 100 рублей, знаете?
проверяем. Моя жизнь. Проверяем пятый раз. В общем, в этой сказке говорится о том, что если я через 5 минут не приеду на работу, мне пиздец. Ну, в таком случае я предлагаю вам, смотрите, если 5 минут, значит, да, 5 минут нас двое. Итого 10, то есть 5 на 2 это 10. То есть опять, то есть десяточку на базу. О-хо-хо, вы свободны. Вы свободны. Ну вот такого формата получился записанный видеоролик. Если вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если вас заинтересовала фракция ДПС, то начинайте играть на Amazing RP по моему промокоду. Развивайтесь, вступайте в организацию через собеседование. Качайтесь с ней, развивайтесь, и вас будет ждать успех. Всем пока!